9 августа в парке коммунальников состоялся очередной праздник территории. Почетным гостем мероприятия стал глава администрации Борис Беляев. Праздник двора, праздник села и территории города Кумертау уже третий год объединяют наших жителей и радуют всех нас. Наш микрорайон Восточный – это стремительно развивающаяся часть города. За минувший год здесь появились новые жилые дома. Получили квартиры дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. До начала концерта любой желающий мог воспользоваться услугами специалиста городской больницы и пройти обследование на передвижном флюорографе. Юных гостей праздника ждали спортивные и творческие площадки, а веселые коробейники одаривали всех, кто показывал таланты и умения, пел песню, рассказывал стих. Наш Ваня громко плачет, уронила в речек мальчик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Макару в карман комарик попал, комару Макара в кармане пропал. Проеду сорока бару протрещала, в кармане у Макара корова пропала. Какой праздник без торжественного концерта? В течение концертной программы выступали творческие коллективы города, а ведущие рассказывали о микрорайоне Восточный. Его история, образование и развитие, о легендарном предприятии «Башкируголь», некогда располагавшейся здесь, о предприятиях, функционирующих в настоящее время. Также зрители сами поделились своим багажом знаний, впечатлениями и в чем смысл праздника. На этом месте, по-моему, были огороды. Вот я знаю, немножко правее от меня были огороды. Здесь были. Может быть, бараки. Ну, бараки были ниже, по-моему, вот с левую сторону от меня. Ну, вот. То есть изменения большие? Очень большие. Это радует? Ну, конечно, радует. Меня очень радует. Почему бы нет? И город вроде растет. И здесь вот, я раньше вот жил вот в этом доме, вот, ну, как раньше, лет 10 уже. Вот выходишь с подъезда, и здесь как пустырь какой-то был. А сейчас выходишь, и вот новые дома построили и здесь. И, ну, сердце радуется. Действительно, очень отличный, интересный праздник получается, проходит. Я был здесь на открытии этого парка и смотрю, как он растет, процветает. И я надеюсь, что этот праздник будет традиционным, ежегодным, и он будет проходить в этом парке. И через много-много лет мы с вами здесь увидим прекрасные цветущие деревья. И наши дети станут уже взрослыми и тоже будут приходить в этот парк, гулять, отдыхать. В чем смысл праздника? Смысл праздника, да, объединить вот людей этого микрорайона, чтобы все-таки стали мы еще дружнее, детям показать, как мы умеем развлекаться, показать, что все-таки вот мы сплоченный коллектив, мы можем все из разных частей собраться и вот устроить такое классное мероприятие. По традиции состоялась торжественная церемония награждения. За добросовестный труд в сфере ЖКХ были награждены благодарственными письмами работники ООО «Восточный». В завершение праздника почетные гости осмотрели парк коммунальников, который продолжает облагораживаться и развиваться.